Да. Мины сводили зомби в могилку. Все, зомби нет. Остались только несколько мин. Ну, придется туда идти. Оружие я все выронил, когда с ними дрался. Все, просто патроны. Я нищий. Вот все, ничего нет. Только вот два факела, лом, лопатка, нож и вот чемодан. Ну, в чемодане у меня есть что-то. Вот. Ну, пароль всем известный. Ну вот, что в чемодане тоже мало что есть. Так, ну ладно, чемодан я лучше уберу. Рюкзачок и факел тоже пока. И лопатку уберу. Рюкзак. Лом. Ну, он пригодится, если что, помахаться с зомбарями. А все остальное я тупо выронил. Забрался на эту крышу. Хоть на крышу забрался. Сейчас как-то... Нога. Аккуратно. Ой, как больно, ой, очень больно. Надо тут машину собрать и уехать куда подальше. Там пункт спасения через 20 километров. Ой, ну все, пойдем. Вот машинка моя, точилка, тачка, вот так. И сейчас уйдем. О, Господи, вот это сюда. Бензина нет, подождите. Машина, да и без бензина. У меня вроде был бензин чуть-чуть. Или, я же зомби сжигал. Я когда зомби сжигал, поджигал, я бензин использовал. Но не может быть так, что у меня сейчас весь бензин вдруг закончился. Нет, это вообще будет сейчас. Это мега. Это как? Это бензин закончился. Похоже, придется, как я понял, мне... Я понял, мне придется обратно топать, да? За бензином, получается. Ну что ж. Нам предстоит далекое путешествие. Так. Ну ладно, ладно. Кто бьет? Кто бьет? Собака. Сейчас я тебя... На. Все, никого нет больше. Слизни эти, мутированные от зомби-апокалипсиса. Они могли быть люди. Ну да, как страшно вот ходить, как непривычно возвращаться. Ну что, тут недалеко у нас это было. Вообще тут все недалеко. А где все машины? Не понял. Так, тут аккуратно, то у меня нога все еще болит. Где машины, я, конечно, не знаю. Тут, кажется, что база какая-то, бандиты все еще. Ай, блин, блин, блинский, блин. Блин, как больно. Поранился. О, тут есть немного топлива, а здесь... Но это все равно очень мало. Может, что там еще есть? Или я уже все забрал? Это защита. Аккуратно. Тут пусто. Ну ладно. Надеюсь, этого нам хватит. Заправиться и пойти дальше в путешествие. Ну как там, 20 километров осталось до пункта спасения.
Пока надо как-то выживать. Вообще. Теперь еще бежать обратно. Нужно аккуратно с ножом. Нужно вести себя очень тихо. Зомби. А, первая зомби. Первая схватка. А, так, вроде отстал. Первая зомби, первая схватка. Что только человек не скажет, когда ему страшно. Ладно, все, погнали, погнали, погнали. Что у нас тут дальше? Так, вот тачка, сейчас ее заправим быстро. Кстати, она красного цвета, я таких еще не встречал, пока был зомби-апокалипсис. Тут какой-то, как по книге в прошлой серии, мы поняли, что это Рональд. Ну, это все равно, много информации так-то нам и не дало. Так, ну все, куда я сел? За руль надо. Очень мало бензина. Очень мало. Ай. Сейчас еще тачку угробим. Надо ее поставить на ровную дорогу. Подожди, а у нас есть? Я даже все инструменты растерял. Ай. Все. Поехали быстрее. Так, он куда-то вот туда. Предельно мало бензина. Водить. Так, я и не научусь в этой жизни. Стоим бы. Сейчас будем мутаться. Какой-то красивый дом, кажется, здесь Рублевка. Какие-то миллионеры жили. Так. О, костер, тут уже все заросло. Погреться хоть чуть-чуть можно. Так, если бы мы еще с друзьями. Если бы мои друзья были бы живы. Но мне кажется, они не живы. Они уже, мне кажется, давно померли. Да. В этом зомби-апокалипсисе. Не, ну реально. Мне кажется, они уже умерли. Может, я встречу их. Но это очень мало шансов. Это я сразу зомби-апокалипсис, кого вообще испугался. Поехал сразу на своем грузовике по пункту. О-о-о, а вот это мне надо. Поехал на своем грузовике на пункт спасения. И все. Ой, стол. Надо как-то сломать. У меня вроде была кирка. Раз, два, три, четыре. Сразу увидел в новостях, типа, зомби-апокалипсис, едят людей. Испугался. Думаю, сейчас меня съедят. И пошел на свой грузовик сел, которого больше нету. Заглох он. Вот на новых машинах езжу. Кирка мне еще пригодится. Это я положу сюда, это сюда. Лом я тоже сюда положу, потому что я нашел пистолетик. Так, нашел автомат какой-то. У него глушитель. Какой глушитель? Он еще током бьет, прицел у него хорош. Я промазал. Я потратил пулю. Господи, вот я дурак. Так, тут можно аккуратненько пройти, оказывается. Нужно за собой закрывать. А то еще какие-нибудь бандюганы. Бандюганы-то точно остались. Откуда? Как там машины могли столько все пропасть? О, гранаты. Гранаты мне пригодятся. Еще какая-то граната. Дым. Шашлык. Ладно, потом покушаю флаг. Если я когда-нибудь построю свою базу, я буду на флагу. Ну, чтобы меня узнали.
Так, это как гранаты боевые, они мне не нужны. Это оглушающие, как я понял. Кстати, они мне нужны. И вот дымовуха. А шашлык я потом съем. Тут. О, фуражка. И еще какой-то дробаш, что ли. Сейчас проверю. Да на... На скелет еще мутация какая-то. Все закончилось. Пау, пау. Патроны еще закончились. Ай, все плохо. Но я нашел фуражку. Ой, все какой красивый сразу. Как говорится, богатырь. Елка. На столе лежит елка. Вау. Если будет база, то будет декор какой-то хоть. Хотя бы какая-то, какой-то декор. Граната. А! Нападают! Нападают! И валим. И просто валим. О, господи. Я уж на вас не буду свои гранаты тратить. Без автомат. Вы слишком. Ну, их уже много. Ой, я дурак, стреляю. Сейчас привлеку всех сразу. Все закончилось. А нет, гранат. Ну вот, боевой. Остановись-то, бэйби. Ну сдохните, стреляй. Бомба. Yes. Все. Загасил. Так, я еще не досмотрел, что там еще было. Еще одна граната. Она, как я понял, оглушающая. Все гранаты, если что, у меня тут полежат. Но если что, дымовая здесь. Гнилая плоть. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Если также будет дом у нас. Флаг тоже сюда положу. Это... Маленький слизень, который спавнится от людей. Фу-ф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 у. Криперы подорвали. Факела у меня здесь. Вот так. Покушать хотя бы. Чуть-чуть. Дымовуху тоже сюда положу. Вот так. Все сложу. Ладно, вот так все. Спокойно. Нет, надо, чтобы все было... Красивенько. Господи, вот дурак, Эмиль. Зомби-апокалипсис, чтоб все красиво. Это мне больше не пригодится, потому что по нулю все, патроны все. Есть еще хочу еще. Так, ну что, поехали дальше, получается. Здесь больше нечего лутать. Поехали. Вот. Еще последний дом в этом районе. И поедем дальше в путешествие. Аккуратно, нож в руке. Никого нет. Слава богу, аккуратно. Дверь закрываем. Хоть там никого нету. Вот так. Ну а мы поехали. Соседнее село. Поехали!